Победили первый раз в сезоне. Империю темную. Дарт Вейдер отлично. Все зависит только от нас самих. Посмотрим, я ничего не хочу говорить перед матчем. Говорят, без драк не обойдется сегодня. Да я надеюсь, что без драк не останется. Как-то 86-й вышел вроде заряженный, нормально, а потом что-то стали пропускать в обороне. Друзья своего не отпустят. Так-то, конечно, хорошо бы ничей. Всех устроит, я думаю, кроме них. Нормально, футбол с сильным противником. Но у нас немножко не получалось. Как смогли, сыграли. Счет по игре. Но мы старались. Мы желаем 86-му удачи. Может, никогда ничего не все-таки получится. Всем спасибо за игру. При счете 2-1 не забили верный момент. И уже там 3-1 и дальше одна за другой. На контратаках, в общем-то, там уже шансов не было. Так, хорошая игра была. Хорошо. Да второй тайм вообще провалили. Просто провал какой-то. Ни спереди, ни сзади, блин. А нас и спереди, и сзади, блин. Андрюха, это прочное лицо, Андрюха. Посмотри в камеру. Ну бывает, бывает. Желто-синяя машина дала сегодня сбой. Шестеренки где-то что-то не так смазали и все. На якорь напоролись.